Вот как прокомментировали назначение Валерия Филимонова, депутата Государственной Думы России от Чувашии. Мы находимся в тесном и постоянном контакте с коллегами, депутатами Госсовета Чувашии. Валерий Николаевич, как председатель Госсовета, провел большую работу по организации плодотворной и конструктивной деятельности республиканского парламента. Находился в постоянном контакте со своими избирателями. Перед ним сейчас новый, не менее ответственный этап его трудовой деятельности. Хочу пожелать успеха в этом новом начинании. Мне сложно сегодня комментировать то решение, которое принял председатель Государственного совета Чувашской Республики Филимонов Валерий Николаевич по поводу сложения своих полномочий как председателя Госсовета. Единственное, хотел бы сказать, что с Валерием Николаевичем мы давно работаем, и я его знаю как человека опытного не только в жизни, но и в политике. Ну и сегодняшнее решение уже главы республики о назначении его на должность заместителя руководителя администрации главы Чувашской Республики, уверен, конечно, несет в себе стратегическое решение кадровое всех тех вопросов, которые сегодня стоят перед главой республики, перед нашей Чувашией. Уверен в том, что Валерий Николаевич, имея большой опыт жизненный, профессиональный, политический, конечно же, внесет свой вклад в дальнейшее развитие нашей республики.